Тём, с победой. Ты сам создал момент, ты сам реализовал. Расскажи, пожалуйста, про свой гол. Да, я должен был убить раньше, потому что мы неплохо сыграли с Глушенковым в стенку, но я хотел еще чуть-чуть убрать, потому что у меня нет такого большого опыта игры в штрафную. Как получилось, так получилось. Оба гола сегодня были забиты добиванием после отскока от вратаря. Отдельно тренируете такие моменты? Да не, ну хорошо, что есть отскок, есть удары, и из-за этого забиваем. Первые 40 минут сегодня показались достаточно тяжелыми. Соперник особо не позволял создавать много моментов до забитого гола. А во втором тайме атаковали прямо от души. Что изменилось после перерыва? Ну, всегда игра раскрывается после 60 минут, тем более им надо было отыгрываться. Из-за этого появились свободные зоны, из-за этого было большое количество моментов. Ты дебютировал за Локо всего год назад, но уже являешься 100% игроком основы. Что для тебя это значит? Я буду доказывать каждую тренировку, каждую игру, чтобы выходить каждую игру в стартовом составе. Следующий домашний матч у нас будет против «Факела», где играет твой друг Женя Морозов. Ждешь встречи? И жду, чтобы быстрее обменяться с ним футболкой.